Они нас не знают, походу, можно попробовать. Саня, чуть нос не убили. Ты Человек-паук? Понял. Ну что, сейчас забью, будет по-другому разговор. Я Бэтмен. Всем привет, друзья! С вами Саша и Максим. И так как вы, наши хорошие, набрали уже 1,5 миллиона просмотров над нашим совместным видео прошлым, это просто что-то с чем-то, мы решили снять для вас еще один выпуск с ботанами, физиками, ядерщиками, которые сегодня разнесут все на баскетбольных площадках. Обязательно перед просмотром этого видоса убедитесь, что вы подписаны на канал и прожмите нам вот этот палец вверх, который мы так сильно вот любим. Покажем? Я не был на этом районе еще. Я просто, ну тут далеко, это дома, мне гулять нельзя так. Нам домой поскорее, пойдем поиграем и... Пойдем, поедем. А то уже темнеет. А вы играете здесь? Ну, иногда. Сань, пойдем поиграем. Ребята зовут, говорят, темно скоро. Хочешь? Что, ты хочешь поиграть и на этой площадке? Ну да, я один не смогу. Давай, чуть-чуть. Попробуем 2-2 поиграть? Типа, говорят, мы учеников физиков не уважаем. Они нас не знают, походу, можно попробовать, да? Здравствуйте, Саша. Тима. Тима? Типа команда? Может разомнемся как-то? Так в игре разомнемся. Ладно. Приятно. Саша? Марк. У вас кеды одинаковые, да? Да. Саня? Марк. Это он попал? Он на мяч бросал. Изи. Максим, ты точно думаешь, что... Ну давай чуть-чуть, да. Я в команде с Ветерком, да? Да. В команде с Ветерков. Оу, с первой попытки. Первый раз так. Ага. А, уже все, да? Мяч как я, недокачанный. Ты с девушкой, а я с самым большим. Конечно, ты самый большой. Спугался и бросил, Максим, как ты любишь. А левой ты не ожидаешь. И не ожидай. Хорош. Подбор. Максим, что ты стоишь? Я беру большого, я беру большого. Прыгать выше надо. Что значит прыгать выше? Покажи. Вот, вот так. Понял. Максим, надо больше жесткости. О, капец. О, да что ж ты? Макс, защита, Макс, ну. Да бляха. Не знаю, как это связано, но было красиво. О. Да. Все, Максим, уже проигрываем, давай включаться. Не учел. Не учел. Гравитацию не учел. Спасибо. Проходи, проходи. О! Мне кажется, это не физика, нифига. Саня. Чуть нос не убили. Но он остался, играй. Брозеры, сегодня хочу поделиться позитивными эмоциями, которые появились благодаря OneX ставкам. Эти ребята знают, что нужно любителям спорта, которые любят яркие впечатления. От футбола до скейтборда, от водного пола до хоккея, от тенниса до гребли на каноа. У OneX ставка найдется все необходимое. Все, что вам нужно. А еще море классных акций, которые сделают вас чуточку счастливее и подарят воспоминания, которые будут греть вам душу. Я по себе знаю, какой это кайф и советую вам попробовать. OneX ставка поможет вам всегда быть в курсе последних событий. Заходите, следите, наслаждайтесь. OneX ставка – это ваш шанс быть на одной волне с любимыми спортсменами и командами. Обратно! Руки вверх! Руки вверх. О, приезжают, руки вверх. Да? Да. Мальвима. На этой неделе. Ой, понял. Ну что, сейчас забью, будет по-другому разговор. Макс, ну? Карим. Можем проиграть. Ну, защищайся. Пожалуйста. Ла. Хорош. 5-4, давай.
Ару. Ару. Ответ. Будет ответ? И ответ, а не привета. Лежи, пожалуйста. Ладно. Как ты? Надо пластырь. Стекла вылетели, да? Нормально? Да, хорошо, нормально. Может, поравнял прицел? О, да ну! Туда! Без помощи консультантов. Фортепиано. Не знаю, как это связано, но... Оу! Свет моего города. Я не слышал эту песню. Да, ладно. А кто исполнил? Исполнитель? Рэпер один. Ой, что он творит? Сначала так, что там это, а потом уже вот это. Да-да. Сам достал. Я не знаю, как достал. Чудо. Аут, сайдер. Барак Обама. Это вокруг себя. Оу. Потом пытаешься найти. Да. Чтобы не упасть, я испугался. Ногами на мяч упасть. Ты Человек-паук? Не, я Бэтмен. Ёбушки-воробушки. Человек-батан. Думаешь, не пройду? Ё-моё, потерялся в текстурах. Оу! Киборг-убийца. Капец. Мимо проходил. Кольцо не поломалось? Не, кольцо вроде целое. Оно уже тут на соплях держится. Сопли – это защитная вода, которая не дает микроорганизмам и всяким бактериям попадать тебе внутрь. Ну, да. Они нужны, по сути. Давай. По-королевски. Ой! Мне кажется, у тебя лодыжка на уровне моей головы, когда ты поднимаешь. Я умею только так. Туда. Ребята, хочу показать вот этот элемент. Через меня? Да. Вот здесь. Вот так вот встань. Ребята, геймпоинт. Можете как-нибудь поиграть? Вот. Сань, вот здесь держи мячик вот так. Вот так? Одной рукой. Надо просто подобрать шаг и... Хочешь у нас физику преподавать? Ну... У нас есть вакантное место? Да, для тебя освободить. Тогда вы нас вообще уничтожили, пацаны. Ну, спасибо вам за игру. Ну, приходите чаще. Спасибо. Сломали дорогие очки. Спасибо за игру. Взаимно.
Спасибо за игру. Ты не играл, но спасибо, что стоял. Спасибо за игру. Вот, пока. Хорошо, приду. Брозеры, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Это значит, что оно вам понравилось. А это повод поставить лайк, написать свой приятный комментарий. Нам с Максимом будет максимально приятно. Также будет приятно, если вы подпишетесь на Максим Инстаграм, на мой Инстаграм. И, в принципе, я все сказал. Можем идти? Дневники проверять. Пойдем. Пойдем проверим дневники наших студентов. Да уже темнеет, время. Давай. Сильные были Прися, да? Я Прися, ты вера в себя. Не надо мешать. Мешать надо суп. Я знаю. Мне мама так говорит по утрам. Надо пройти защиту. Максим Николаевич, почему вы стоите? Я всегда на стартере. Включил зажигание. Максим на декана идет уже. Максим, было бы так хорошо, если бы было.